Инспекторы Адмтехнадзора нашли незаконную торговую точку. С капота машины торговали самым ходовым по нынешним временам товаром – незамерзайкой. Правда, оштрафовать нарушителей на месте не получилось. Почему, расскажет Юлия Абдулаева. Чуть ли не каждый день рассказывают, изъяты десятки литров незамерзайки. Конечно, незаконной, конечно, ядовитой. Но точек, где можно купить такой омыватель по сходной цене, меньше не становится. Это прямо на въезде в Реутов. Самовольно установленный объект, предназначенный для осуществления торговли, в данном случае с автомобильного средства осуществляется несанкционированная торговля незамерзающей жидкостью, которая, скорее всего, не имеет никаких сертификатов, лицензии и тем более разрешения. Есть лицензия или нет, и что за товар, инспектор все-таки пытается выяснить у продавцов. Те отпираются, говорят, что за машина не знают, они замерзайки не слышали, и вообще они сюда постоять пришли. Мы сейчас, наверное, просто оставим уведомление, если вы говорите друга, да? Мы для друга оставим уведомление? Ну да. Потом, подумав, бумагу молодые люди решили не брать. Видимо, уведомление им не нужно. Тогда инспектор фотографирует номера, чтобы найти владельца через ГАИ. Тем временем герои этой истории торопятся скрыться и чуть не устраивают аварию. Ну вот молодые люди, которые стояли здесь и говорили, что, естественно, ничем не торгуют, машина не их, сели в не свою машину и куда-то спешно удалились, нарушая все правила. Но, как показывает практика, если на этом участке МКАД убыло, значит, прибыло где-то еще. Юлия Абдулаева, Артем Удников для РТВ.